В Твери прошла благотворительная акция, приуроченная к началу нового учебного года. В преддверии Дня знаний губернатор Тверской области вручил сертификаты на полезные подарки социальным учреждениям региона, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 26 семьях, в которых 8 и более детей. В семье Анны Дробы из Твери 11 детей, старшему 18 лет, а младшему только годик. Женщина одна из тех, кому глава региона вручил сертификат на получение уникального подарка, включающего в себя до 30 позиций. Это могут быть развивающие игры, детское питание, коляски, автокресла и многое другое. Я считаю, что это поддержка внимания детям, многодетным семьям, потому что я смотрю, что разные отношения к многодетным семьям. Я вот только что из поездки приехала с Краснодарского края. Вот, и разные отношения людей есть. И негативные, и положительные. И вот приятно, что наше правительство тоже так вот поддерживает многодетные семьи. Подобная акция проходит в Твери второй год. При поддержке правительства Тверской области организаторы благотворительные фонды «Детский мир» и «Столица милосердия» собрали для воспитанников нескольких социальных учреждений города и области набор ценных подарков. Для самых маленьких это кроватки, памперсы, бутылочки для детей постарше, игрушки, среди которых и конструкторы, и музыкальные инструменты, и даже квадрокоптеры. У нас масштабная акция. Она, я пытаюсь посчитать, сколько времени она у нас займет, но где-то месяца два мы ездим по разным регионам. Сегодня мы вот у вас с многочисленными подарками, начиная от чего-то практичного, как подгузники, и заканчивая, конечно, игрушками, мебелью, чем-то дорогим, пижонским и тем, в чем нуждаются все дети. Среди тех, кто получил подарочный сертификат, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Торжка, Тверской дом ребенка «Теремок», Кашинский дом ребенка, Оршинский женский монастырь, православная школа имени Тихона Задонского, всего более 30 учреждений, а также 26 многодетных семей, воспитывающих 8 и более детей. Мы ежегодно проводим акцию совместно с нашими партнерами и приезжаем. И в этом году мы посетили 9 городов и привезли гуманитарный груз. Губернатор Тверской области Игорь Рудень отметил важность меценатства в наше время и подчеркнул, что это исторически сложившаяся традиция. Глава региона вручил благотворителям грамоты и поблагодарил за поддержку тверских ребятишек. Поэтому я хотел бы искренне благодарить всех наших друзей и, как сейчас можно модно говорить, партнеров, то, что они делают для Тверской земли. Это уже стала такая акция для нас. Традиционная, вот уже она повторяется второй раз. И я уверен, что все, что сегодня приготовлено для наших малышей, для подрастающего поколения, эти хорошие современные подарки, игрушки, я могу сказать, что это тоже сохранение наших российских традиций. Благотворительная акция прошла в стенах технопарка «Кванториум» для маленьких детей, социально-реабилитационного центра «Мой семейный центр» и для детей из многодетных семей преподаватели провели мастер-классы по игре в шахматы и рисованию 3D-ручкой. Напомню, что Тверская область – одна из 10 регионов, в которую посетили благотворители. В каждом из них сертификаты получили по 15-20 учреждений, в которых воспитываются дети.